экспертное сообщество из числа представителей СМИ, безусловно, должно принимать участие в работе тех структур, которые связаны с деятельностью Роскомнадзора, и помогать осуществлять контролирующую деятельность. Потому что сами представители СМИ, как никто лучше, знают, как это сделать. И другой важный момент – это то, что тот закон, который ныне существует, закон 95-го года о СМИ, безусловно, требует изменений с учетом новых открывшихся возможностей для распространения информации. И, конечно же, сегодня этот закон, безусловно, должен быть модернизирован, а может быть даже и переписан, потому что сейчас информационное пространство живет уже по другим правилам. И еще один важный момент. Он связан с тем, что сегодня крайне необходимо всем участникам информационного процесса получать то, что можно назвать такой правовой грамотностью, потому что без просвещения, без информации о том, что можно и что нельзя, вот, вряд ли участники современного информационного процесса могут нормально и полноценно существовать. И население, безусловно, должно быть информировано о том, как это необходимо совершать, какие могут быть последствия в случае того, что человек нарушит тот или иной закон, и как ему вести себя в этой ситуации. Не нужно этого бояться, нужно просто, видимо, создавать такую систему, такое распространение правовой информации о том, что такое интернет и по каким правилам он живет и какие последствия могут быть в случае негативного использования того или иного контента.